Всем привет от Оксаны из Алабамы. Добро пожаловать на наш семейный многогранный канал о жизни в Америке. Всем привет от Оксаны из Алабамы. Сегодня я вам покажу, как я сдаю тромбоциты. Я приезжала мимо одного центра крови, где можно бесплатно прийти, как говорится, в смысле вы сдаете свою кровь бесплатно или тромбоциты. Тромбоциты используются в местных больницах для того, чтобы вытаскивать с того света пациентов, которые больны онкологией. И также жертвам ожогов. Обычно это занимает дольше, чем сдача крови, потому что вы сдаете кровь, это в течение 30 минут. А когда вы сдаете тромбоциты, это идет полтора часа. Я собираюсь здесь провести хорошо время, но я не буду смотреть этот телевизор, который передо мной. Я буду читать книгу, которая в моем телефоне загружена. Посмотрите, у меня здесь вот кровь идет, выходит. Из крови выходит кровь, выделяются тромбоциты, и кровь обратно мне загоняется каким-то образом. Как это у них происходит, я не знаю. В общем, вот такие дела. И на это уходит полтора часа, мне сказали. Посмотрим, как я себя буду чувствовать через полтора часа. Wanda, how old are you? 22. Very good. I'm gonna teach you how to say in Russian. Okay. That would be привет. That would be привет. 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 Yeah, now say it in your sexy voice. Привет. That's Wanda, good girl. My turn. No. Сейчас я вам покажу, что здесь сюда поступает моя кровь, так? Сюда поступает моя кровь, и она разъединяется на плазму и тромбоциты, я? Вот женщине помогает. Значит, в одном пакете там тромбоциты идут, а в другом плазма. Значит, тромбоцитов 220 мл нужно, а плазмы чего-то там 7. Вот. What's this? That is saline. That's what we give you back. А это мне обратно вливают жидкость. Yeah. Okay. So this is like you have free. Yeah, this is a centrifuge in here, so it's spinning. Mm-hmm. So on the centrifuge right here, that's what's making that, because it's turning down там in there. Там внутри центрифуга, которая эту кровь разделяет на разные компоненты. 44 hours. Я здесь не единственная, кто сдает кровь. Итак, друзья, я уже просидела здесь час, я устала, мне нужно этот шарик в руках крутить. Здесь тепло, потому что мне положили такой heating blankie. Ну, в общем, с подогревом такую маленькую подушечку. Как видите, у меня одеяло, мне принесли бутылку с водой, и все работает. Вон, смотрите, сколько из меня уже получили плазмы, там, тромбоцитов. Так что спасаем жизни. Это я называю спасать вселенную. Спасибо, до новых встреч. Чувствую себя прекрасно.